важнейшим, конечно, я считаю, событием, новостью является решение президента участвовать в выборах 2024 года. Понятно, что оно ожидаемо, понятно. И тем не менее, конечно, абсолютно невозможно себе представить вообще в ситуации, в которой находится у нас страна, сложной ситуации, несмотря на все эти, но все равно она сложная, это принципиальная схватка вообще смену лидера, тем более такого лидера, каким является Владимир Путин. Конечно, очевидно, что для меня нет сомнений. Я думаю, даже те противники Путина, ну, которые хотят жить в нашей стране, понимают, что ну, невозможно сейчас вообще пытаться менять в каком-то эту власть. То есть нету адекватного человека, который может возглавить страну. Плюс к этому, конечно, понятно, что для самого Владимира Владимировича исход этой схватки, он принципиален. Это его судьба в истории, в мировой истории. У него много достижений, но в конечном счете его оценка в мировой истории будет зависеть от того, выиграем мы эту схватку или проиграем, так сказать. И, соответственно, и мы вместе с ним страна. Поэтому, конечно, можно пожелать ему только успехов в этом деле и избежать тех, конечно, многих опасностей, которые предстоят ему преодолеть. В основе-то вообще экономические все-таки причины. Вот эти ценности, религиозные противоречия, слушайте, это все идеология, это все надстройка. Она всегда применяется для того, чтобы скрыть истинные причины. Причина, она же очевидна. Российская империя всегда на протяжении, что российская, что советская, что современная Россия, у нее только всегда была одна международная цель. И, собственно, это создавало нашу империю. Эту. Она никогда не была колониальной. Она вела завоевательные войны, но никогда не эксплуатировала, так сказать, это. Почему? Потому что она вела завоевательные войны только для одного. Доступ к торговым путям. Вот что. Вот чего у России никогда не было. Вот что там Иван Грозный, Петр Первый, Балтика, так сказать, прорубить окно в Европу. Так все это и осталось. У нас ледовитый океан, у нас нету путей торговых, а без торговых путей, без торговли страна обречена на, так сказать, на затухание, она не может развиваться. Что они делают? Они отрубают нам их? Вот что они делают. Почему они это делают? Да потому что американцы в какой-то момент поняли, что они прошлепили, кстати, видимо. То есть не видимо, а точно. Когда пошли газопроводы, мы получили доступ в Европу. Конечно, Европа всегда является основным, как бы, ну, являлась. Сейчас Азия пошел поворот, да, но все равно Европа богатая, в Европе продукция, в Европе всегда надо туда. Вот, строго говоря, что такое газопроводы, что они их взорвали-то? Потому что мы действительно подсадили Европу на наши ресурсы. Вот это основное. Это борьба с нашей стороны за выходы, торговые выходы, как говорится, в мир, в Европу прежде всего. А с их стороны это не пустить нас. И если нам удастся, во всяком случае, доказать, что с нами они не справятся, то расслоение там на Западе, оно пойдет. Оно пойдет все глубже и глубже будет этот. Но есть вопрос, что мы все равно должны это каким-то образом на поле боя доказывать. И, кстати, между прочим, на мой взгляд, именно поэтому Украина всегда слабое место у нас было. Потому что Украина на Западе, у нее выходы были всегда к Западу. Да. У них всегда была иллюзия, что им империя не нужна. Они и так граничат с этим.
с Европы, у них Черное море. Вот отсюда вот вся украинская, весь украинский сепаратизм и вся их самостийность, она опять идет от их внутреннего ощущения, что они могут остаться без России.